Давайте, братцы, немножко истории. Давай. Куда деваться нам с вами, нужно помнить, кто мы. Созданный в мирные дни, под мирным небом, сделал свои первые шаги завод велосипедов. Какие это велосипеды, вроде несерьезно, но как всегда в истории все простое, грандиозно. Революция, война, эвакуация. И вот, к нам едет в Киров машиностроительный завод. И с тех пор песчинка, брошенная в омут, как круги на воде, поднимает высокие волны. Пройден путь изначально нами выбранный верно, от простого завода до флагмана концерна. Подняться до орбиты и улететь в космос, вот девиз, что диктует нам внутренний голос. Простая цель — сделать мирным наш воинственный век. Живет в сердцах почти миллиона человек. Возможность полета, связь поколений, точный расчет, мудрость решений. Все пути откроем пред тобой. Человек — опора воздушного флота, преданность небу, надежный оплот. Символ победы, нам есть чем гордиться всегда. Пусть ведет путеводная звезда наш родной Авитель. Сегодня, чем живет двадцатка? Подозреваю, он в порядке, хоть не все гладко. Производство катапульт и сотни разных ракет. Ребята, это очень большой секрет. Но не секрет, что завод очень много строит, ремонтирует сады и школы, это дорогого стоит. И знают все без исключения, кого не спросим, в сердце нашего района легендарный Ан-8. Работают люди, растет завод и город. Посмотри вокруг тебя все, чем ты так горд. 21 год, 21 век. Расправил свои крылья наш родной Авитек. 21 год, 21 век. Расправил свои крылья наш родной Авитек. 21 год, 21 век. Расправил свои крылья наш родной Авитек. 21 год, 21 век. Расправил свои крылья наш родной Авитек. Расправил свои крылья наш родной Авитек. Возможность полета, связь поколений, точный расчет, мудрость решений. Все пути откроем пред тобой. Человек — опора воздушного флота, преданность небу, надежный оплот. Символ победы, нам есть чем гордиться всегда. Пусть ведет путеводная звезда наш родной Авитек. We'll be right back.